Привет, всех обнял, приподнял. С вами я, Зазепа. Продолжаем сбегать из рабства в Кенши. Вот. Вкачиваем пока параметры. Надеюсь, вам зайдет все это прохождение. Похождение по Кенши, миру этому. Вот. От вас не нужен только лайки. Подписочки, если вы еще не подписаны. Ну и, не знаю, комментарии было бы неплохо. Какие-нибудь. Я обязательно их почитаю, отвечу. Какие-то, может, вопросы, которые вас интересуют. Всех люблю, целую. Ну, приятного просмотра, собственно. Я не знаю, может, сегодня ночью сбежим, посмотрим. Попробуем, конечно же. Но я думаю, тут еще как минимум пару дней придется поторчать, как минимум надо отъесться, что ли, чтобы можно было добежать до куда надо, а потом уже там бегать, там воевать, драться, что ли. Ну, мне как бы хотелось бы мне рукопашников качать. Вот. О, а чё сюда припёрся? Ну-ка, давай-ка нокаут тебе. Давай побрать. Все это идет ко мне сначала в инвентарь, потом. Потом, короче, ты идешь сам в клетку. Небо нефиг. Что ты вырублен? Что ты это? Подожди, давай похитить тебя. Посадить в клетку. А это скинуть на землю. Потом мы, короче, в твоей форме избежим. Все, давай пока дальше тренируемся. Ну, кстати, на тебе и можно эти нокауты потренировать, чтобы охранников там уже точно можно было хорошенько так вырубать. Слушай, нет, мне надо попасть одному охраннику, добить, короче, до сотки свой голод. Какой я тебе еретик, блин? Я так, пацан с района. Не дает мне себя, короче. Зайди в клетку. Подхиляй мне голод, восстанови мне. Давай пока это посидим чуть с голодовкой. Увидел нас. Это какой-то крутой перец. Давай дальше хиляй. Ты ж у меня в клетке будешь сидеть. Ну, прям у него перед носом побегаем, там прям эта скрытность прям очень хорошо должна качаться. Да, по животу получили, но это такой нокаут себе. У нас крепости хватает. Конечно же, придется подождать. Ну, зато голод восстановили до сотки. Все, давай, сбегай. Бегаем в кандалы, чтоб не было дебафа. Можно вытянуть. Тебя там надо вырубить 55%. Ладно, нафиг ты мне нужен. А твоего друга 54%. Получилось. Давай попробуем тебя побрать. А, голова, штаны. Ладно, можешь себе оставить свою рубаху. Давай ботинки возьму. Стандарты класс. Давай получше возьмем, что ли. Ну,
Ну что, попробуем на выход? Нет, давай-ка, короче, безымянный беглый раб. Насколько похоже, что раб 10%? Блин, не получилось. Угу. Но в любом случае наверх надо. Тут у нас хавка. Все, давай все скидывай с себя, потом возьмем это дело. Давай, сажай обратно нас. Силы ему не хватает. А мастер все дело с силой. Так, давай, вяленую рыбу бери. Так. Вы на первой скорости. Без паузы, пожалуйста. Вареные овощи. Это нафиг идет. Блин, их как раз возле охранников лежит. Пофиг, давай скидывать. Возьмем еще вареных овощей. Главное не повтыкать момент, чтобы у нас их не отняли охранники. Все, отъедаемся, идем наверх. Голод пока растет, ну, в смысле, уменьшается. Ой, тихонечко на первой скорости. Надо хотя бы на второй. Еще покачаем. Убийство. Хотя есть ли смысл? Блин, уже сколько там? 3.58. Я похож на раба. Так. У меня есть овощи. Я отъедаюсь. Пока я отъедаюсь, я могу себе позволить тут побегать. Вот так вот. Нет, давай схватить замок и выходи из камеры. Я не хотел тут садиться. Все, уберем голодовку, короче. Этими овощами. И когда ее уберем, уже бежим. Здесь этой еды хватит нам на сутки. Пока даже ее не отъел, я не знаю, что ли. Слушай, а может, чтобы не рисковать, давай-ка мы ее реально вытянем сейчас. И когда голод пойдет на низ, мы опять подберем, отъедим и опять вытяну. Как такая идея? Я считаю, топовая. И давай сохранюсь. Пофиг, последний автосейв. Она следит за этой стрелочкой голода. А, параметры. Стоит на 72. Давай, пускай будет. У нас тут растет и растет, вообще отлично. Все, вареные овощи подобрать. Инвентарь. О, сразу все съел. Блин, ну нам еще вообще целые сутки здесь торчать. Голодать через часа 3. Простая аптечка, блять. Давай сюда как-то быриком. Забегу в камеру. Открывай замок. Убираем кандалы. Выкидываем их нафиг, что ли. Блять. Никак так забегать.
Да, конечно же. Ладно, делать нечего, надо так пытаться прорваться. Зеленофрукт, вяленая рыба. Кстати, зеленофрукт мы вроде не ест. А что на втором этаже? Ну, вяленая рыба уже неплохо, да? Давай на втором этаже. На втором этаже обычно никто не ходит. А чё, камеры все заняты? Бля. Если кто запалит, то пиздец. Ну, вроде на втором этаже, говорю. Никто не ходит, блин, так проскочил тут. Чё-то дохрена рабов. Давай, кого там 87 есть? 91. Потренировать. Есть такая возможность. Мы сейчас побегаем, побежим потом опять на низ. Потому что голод надо это убирать, короче, у себя. Ну все, хорошая прокачка. Сейчас мы, походу, наверное, уже прокачались на такого уровня, что можно это. Короче, реально там через пост охраны, блин, на скрытности ночью просто бежать и все. И пофиг. Никто даже ничего не заметит. Потому что все эти нагрудники там этой святой нации. Ну, он вроде все режет. У меня, по-моему, будет плюс-минус 50%. Ну, чем больше я так бегаю, тем с большей вероятностью я сбегу сегодня. Так что, ну, реально, походу, тогда вечером придется сделать. Сколько там это? Пару минут займет. Чтобы, может, не так скучно было. Помню, чтобы можно было это прям отслеживать. Как число, скажем так, идет наверх. Сейчас потихо и потихо все пойдет. Атлетика 18 уже там. Уже с большей скоростью. О, все, голод пошел. Так. Блин. Давай. Я тут зашел к вам. Ненадолго. Не бы это. Подожди, она... Нет, он сразу, короче, съел ее. Ты ж ты рыбу сразу схавал, блядь. И мне ее отобрали. Да вроде нет. Не, он ее схавал, короче, но у него опять голодовка. Пиздец какой-то. Ладно, давай, блин, на скрытности пойдем наверх. Не, слушай, мы тут все обследовали. Надо, короче, бежать, блядь, куда-то еще. Другие здания, вот эти, блядь, хотя бы двое. Я попробую. Кажется, из бела дня, блин, но...
У нас вроде много уже параметров вкачано, так что. Давай сюда. И результат, скажем так, мягко говоря, не гарантирован. Так, без, блядь, без сознания. Не, слышь, голубь попёр наверх, то есть наша это... Это вяленая рыба, по-моему, была или мясо. Немного нас отхиляло. По голоду. Так, как бы отсюда сдрапать так? Что с другое здание? Ладно, в принципе, наверное, можно и с этим бежать. Время 17:01. Пока побегаю тут. Там все спать пойдут там тем временем. В принципе, вот с этими параметрами уже реально можно забегать отсюда. Да еду там, что покушать мы найдем. Да. Я даже сохранюсь. Я думаю, в клетку мы больше не вернемся, поэтому это можно скинуть. На скрытность вроде сейчас не особо держится. Я ну там 47 минус 30 на 3 из-за голодовки, да? Из чего? Не, из-за травм. Из-за травм. Ну, у нас вроде не такие прям серьезные, блядь, эти травмы. Короче, ладно, все, ждем ночи. Опять на шестой день сбегаем. Там уже как шиноби бегает, там руки назад, блин, поставил. О. Летит, блядь, ястреб. Давай, время ускорим. Так, все, голод опять пошел. Что там у нас? 77. Ну, как раз до вечера. Ну, да, реально, короче, надо хавку подтырить ночью, блин, побежать. Других зданий. Потому что мы сейчас заметно. 77 вроде параметр, но... Не особо много. Так, кто? Ой. Да? Заметил бы, смотри. Вырубаться не хотят, они, понимаешь ли. Смотрит на нас. Кому там еще влепить? Во! Убийство тоже дело. Полезное. Давайте за компанию. А брать... Не, короче, слушай, братан, просто иди в рабство. А как тебя, подожди, похитить? Давай, развлекайся. Нам все это дело не надо. Ладно, давай сапоги уже оставлю. Побегаю в них. Сила, ловкость режется. Да? Если без них, все сразу летает. Все, ночь. Можно идти. За хавкой.
Реально уже спокойно перебегаем так. О! Вяленое мясо. Вяленая рыба. Заметил. Не. Как бы пофиг, что он там заметил. А что-то там... А, так. Давай, скрытно. Сбегай. Открой инвентарь. Кандалы нафиг идут. Где там вяленая рыба? Ну что, еще покачаемся или что? Слушай, а мы так уже долго держимся. Можно пока посидеть, почилить. Крепости побольше будут. Сегодняшний день реально отжирание и все. Сейчас же будет комната поправки. Ой, долго идет, долго. Ну, в принципе, не особо сильно-то и живот выпили. Короче, побегу в твоих доспехах. Или не, или давай голышом, пофиг. Давай, давай, приходи в себя поскорее. Слушай, как ты меня заметил? Ну, какой-то, блядь, мега внимательный чел. Слушай, и сейчас заметил. Ты, блядь, как меня видишь? Ну, ты меня, конечно, удивили, пацаны. Может, возле вас тут побегать, что ли? А, давай, вареные овощи. Все съел. Все съел. Угу. Понимаю, понимаю. Вроде нас тут не видно. Тем временем день уже. Короче, пока кач идет. Ой-ой-ой. Седьмой день сбегаем. Это точно. Это уже, блядь, обещание. Можно было и сегодня попытаться, но... Слушай, я наверху бегаю. У меня вообще скрытность качается. Да, качается. Из-за этого засранца, который нанизу сидит. Который, сука, мега внимательный. У меня скрытность еще, блин, на 80 почти. Но он меня, блин, как-то с первого этажа видит. Сейчас голодовку себе уберу, блин. Проверю соседнее здание. Тоже там на наличие еды. Ну и все. Ну, пошел отсюда. Аривидерчи, скажем так.
Давай, 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 давай. Ну чё, следующая серия уже может по побег будет, да? На этом давай тогда завершим. Ну, с вас тогда лайкусь и подписочки. Вот, комментарии. Все читаю, все отвечаю. Ну, пока. До встречи в новых видео.